просто вот о своих впечатлениях о Грузии. Вот что ты допустим, ожидал увидеть одно, а приехал и говоришь, блин, такая вся Грузия, наоборот. Я давно хотела попасть в эту страну. И, как можно сказать, как мы сюда вот приехали, ну, вчера еще как-то мы не прочувствовали, наверное, потому что мы уставшие были, а сегодня вот Грузия, не знаю, во всей красе мы все увидели, я вообще в восторге. Вот все храмы, да, которые мы обошли, прям, не знаю, произвело такое вообще впечатление. Я влюблена, можно так сказать. Супер. Очень-очень счастлива, что я здесь. Ты вернешься? Обязательно. Я расскажу своим родителям. Я не знаю, по-моему, и родители не были. Но, может быть, советское время когда-то. Возможно, я допускаю, потому что родители любили путешествовать, поэтому...